Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Я Папилота, Виктуалина, Ролибертина, Длинный Чулок. Но вы можете называть меня просто Пеппи. Всем-всем добрый день! Всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! Потому что сегодня действительно добрый день! День защиты детей! Детство – время золотое! И волшебные мечты! Детство – это мы с тобою! Детство – это я и ты! Детство – это самое веселое и лучезарное время жизни! Дети умеют крепко дружить, и они самые веселые! Сейчас бы оказаться вместе со своими друзьями. Только у меня нет такой возможности. А так хотелось бы провести этот день со своим лучшим другом, веселым и добрым фантазером. Вот бы зажмурить глаза сильно-сильно и оказаться рядом с ним. А что, попробуем? Ты кто? Здравствуйте, уважаемый! А где мой друг Малыш? А, Малыш! А он в деревне. Спокойствие! Только спокойствие! А как тебя зовут? Пеппи. Нет, надо вот так, как меня зовут. Карлсон, который живет на крыше. Но ты меня можешь называть просто Карлсон. А я Папилота, Виктуалина, Ролигардина, Длинный Чулок. Но вы можете называть меня просто Пеппи. Ну привет, Пеппи. Ну привет, Карлсон. Эх, Карлсон, честно говоря, я чрезвычайно расстроен. Ведь сегодня такой день детства. И я так хотела провести этот праздник вместе со своими друзьями. А Малыша нет. А я? А как же я? Ведь я красивый, умный и в меру упитанный мужчина. В самом рассвете сил. Перед тобой чемпион мира по играм, развлечениям и затеям. Ну что, пошалим? Мучительница нас застукала. Я знаю миллион миллиардов загадок. Загадать? Конечно. Только можно я буду не одна? Со мной будут Даша, Алена, Никита. Они тоже будут отгадывать. Прекрасно! Я очень рад! Ну а сейчас мои загадки будут про вкусняшки. Праздник я приду ко всем. Я большой и сладкий. Есть во мне орешки, крем, сливки, шоколадки. Это торт. Правильно. Он живет в своей фольге. Быстро тает он в руке. Очень вкусен, очень сладок. Мажет мордочки ребяток. Знаю. Сейчас. Подожди, это шоколад? Правильно! Взял я силу из плодов, сладких ягод, фруктов. Для ребят я стать готов лучшим из продуктов. Вы меня побольше пейте, наливайте, не жалейте. Что же это? Скорее всего, это... Пейте, это сок? Правильно, сок! В печке выпекся, он смуглый, как баранка, тоже круглый. Эту мягкую баранку съем на завтрак с позаранку. Ну это же я знаю, это круглая баранка, это бублик. Бублик, конечно. Может быть оно песочным, а порой и с кремом. Иногда бывает сочным, аппетитным джемом. И безе бывает крошкой. А в глазурной кожуре может быть оно картошкой, только вовсе не пюре. Какая сложная загадка. Но по-любому я знаю ответ, да?
Знаю, знаю, это пирожные. Правильно. Мама, милая, ну где ты? Доставай скорее сервиз. Есть тягучие конфеты. Называются кис-кис. Называется кис-кис? Но я знаю, это же ирис. Правильно, ирис. Давай еще одну загадку. Очень ароматные, сладкие и мятные. Сверху мы в глазурном глянце, словно в радостном румянце. Да я знаю, я очень люблю их. Что же это, что же это? Это, конечно же, пряники. Правильно, пряники. Лето, ах, лето, лето звездное с гончепой. Позвольте, что за безобразие? Кто разрешил нарушать режим изоляции? Слушай, угадай, кто лучше в мире укротитель да мучительниц? Подожди, Карлсон, я сама. Мадам, позвольте высказать вам мое восхищение. Талант! Какой талант! Где же я могла вас слышать, а? Гранд-опера? Большой театр? Ла-Скала? Вокал! Какой у вас вокал! Вы не могли бы дать мне парочку уроков? Я буду вам очень признательна. Просим, просим, просим. Ну что, я не в форме. Это так неожиданно. Мне нужно подготовиться. Музыкальные способности. Итак, угадай мелодию. Поехали! Это песенка львенка и черепаха. Молодцы! Солнышки лежу, я на солнышко гляжу, все лежу и лежу, и на солнышко лежу. Песня «Мамонтенка». «Мамонтенка», точно. Справились? Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер. К единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер. К единственной маме на свете. Погоди, да, песня «Снегурочки». Правильно. В точку. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? И за тобой убегала Дед Мороз, пролила немалые горьких слез. А это песенка «Крокодила Гены». Да, и «Чебурашки». Угу. Угадали. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Это же...
Это песня забавы из мультфильма «Летучий корабль». И это правильный ответ. А я не хочу по расчету, а я по любви хочу. Свободу, свободу, мне дайте свободу, я птицею быть улечу. Самое лучшее в праздник – чай с плюшками в компании с друзьями. И с любимым мультфильмом. Что, вчера родился, что ли, а? Нет, сегодня. А, и другой, и другой. Понимаешь? Ладно. Спи пока, мист. Там разберемся, кто я тебе, мама или папа. Да, такого маленького, такого несмышленого. Даже неудобно. Подрастет немного, еще прибавит, да-да. А то, ну слушай, мама, да, помнишь, мама моя. Я молчал. Вот. Есть хочет регулярно. Ой, волк, давай лучше мы его съедим. Да что ты, что ты? Он ж такой маленький. Хм, верно. Вот вырастет, тогда и съедим. Тогда его станет больше. Shhh!
хорошенькой какой. Ты иди, иди погуляй пока, а я тут по хозяйству. Только осторожно, а то в лесу тут всякие шляются разные. Детям чистота нужна. Ребенки, они в грязи расти не могут. Что делаем, папаша? Не видишь, что ли? Стираем теленку. А, лиса говорила. Ты еще с ней собирался поделиться. Ну, собирался, собирался. Посмотрим. Ну, бывай, отец. Да что, дядя? Я тебе покажу, дядя. Лишь чего вздумал ребятенку цигарку совать? Есть хочу. Почитай пока про тебя. Жизнь лисена. Уже подрос. Да вы что? Он еще маленький. Ничего, нам хватит на всех. Не дам. Мой он, мой. А сейчас будет общий. А может, не надо? Надо. Thank you.
мной.